Қайырлы күн, құрметті Ақмола тұрғындары. Бүгіннен бастап міне департамент полициясымен біраз жұмыстар өткізіліп жатыр. Ол біздің тұрғындарға жеткізу, келешекте самокатпен қалай дұрыс жүруге. С 30 августа у нас вступает изменение и дополнение в ряд законодательных актов. Это по вопросам право вождения и управления электросамокатами. Здесь мы уже с населением в этой части отрабатывали. Непосредственно у нас будет предусмотрена такая ответственность, запрещающая, то есть правила управления самокатами. Это для чего делается? Потому что в последнее время участились. Это, ладно, здесь у нас в городе, как что, всего одна кикшоринговая компания, у которой более 100 самокатов. А таких крупных городах, как Алматы, Астана, столицы Алматинская, Алмата, очень много дорожных транспортных происшествий именно вот по вине тех лиц, которые водят самокатами. Поэтому Министерство внутренних дел были внесены такие поправки. То есть водителям запрещается ездить и управлять самокатами, не держась руками. Хотя бы одной рукой надо держаться. Требования в части того, чтобы исключить травмы, сейчас запрещено управлять без этих шлемов. То есть шлемы должны быть застегнуты. Если водитель будет управлять электросамокатами по дороге, то есть по правому краю проезжей части, ему должно быть не менее 18 лет, и у него должно быть водительское удостоверение любой категории. Да. И здесь вопрос в отношении водителя, который будет такими электросамокатами управлять в состоянии алкогольного опьянения. Мы их не можем привлечь за управление как транспортом, потому что электросамокат он не относится к механическим транспортам, но их будут привлекать за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. То есть ответственность по статье 440. Вот такая будет ответственность. Кроме того, запрещается перевозить пассажиров, грузы, тем более те грузы, которые у нас выступают за пределы этого электросамоката на 50 сантиметров, то есть сбоку или сзади, спереди. Кроме тех самокатов, которые именно приспособлены для этого, поэтому здесь есть такие моменты. Буксировка электросамокатов, это как правило к мотоциклистам, если будут такие нарушения, они тоже будут привлекаться к административной ответственности. И правила управления, у нас здесь в Акмолинской области нет сейчас трамвайных путей, а так по правилам на трамвайных путях, имеющих более одной полосы, тоже запрещается там поворачивать направо или налево, разворачиваться на них, то есть что в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий. И в темное время суток таким водителям запрещается управлять без светоотражающих жилетов. Или вещи там. Не жилеты, а имеются вещи. То есть даже это все делается для того, чтобы уберечь тех лиц, кто управляет или ездит на электросамокатах от всяких происшествий. Либо чтобы они сами в ДТП не попали, либо по их вине ДТП не произошло. И вот если по правому краю проезжей части управляет, то я сейчас повторюсь, то он должен быть мотошлем у него пристегнутый и какую-нибудь вещь, которая будет светоотражать. Это особенно в ночное время надо. Как раз таки вот вопрос по поводу шлемов. А если нет человека, то есть он не может воспользоваться самокатом, либо это компании должны предоставить шлемы? Нет, компания не обязана шлемом предоставлять. Допустим, он же идет, знает, что ему надо где-то проехать. То мотошлем, здесь кикшоринг компания навряд ли это будет мотошлем, потому что сейчас даже в городе Кокшетау мы, конечно, свою часть тоже предупреждаем этого владельца. У нас сейчас проблемы электросамокаты, сами, наверное, были свидетелями, их везде разбрасывают. Покатался, оставил как попало. Где-то дети ездят, где-то велосипедисты ездят. Кто-нибудь наткнется и будет ДТП. Мы кикшоринг компанию тоже предупреждали в этой части. Там еще ограничения такие есть. Если он будет управлять по тротуару, у него скорость должна быть не более 6 км в час. Если по дороге, не более 25 км в час. В этой части скорость как будто отслеживать, то есть не отслеживать, а ограничивать. Вот эти компании, они же свои дают по GPS-у на прокат. И вот есть специальные зоны, допустим, есть какая-то зона, примерно возьмем центральную улицу,
Мира, да? Он едет там по тротуару, все, он эту улицу Мира в этом в интернете забивает там тротуар, то есть по движению по полосам и по тротуару будет ограничено движение именно. То есть он хочет разогнаться больше, но не сможет. А вот, если даже, например, без шлема, но на тротуаре, то есть с низкой скоростью, шлем не обязательно? Да, на тротуаре нет, а на дороге. Только если на дорогу выходишь, на самокате, тогда одеваешь шлем. Да, это одеваешь шлем, уточнение. И ему не должно быть не менее 18 лет. Да, на тротуаре без шлема можно. Да. Все, благодарю, спасибо большое.